Еще раз доброе утро, студия. Доброе утро всем телезрителям. Ну что, красный день календаря, 25 декабря сегодня у нас. И, конечно же, всех приглашаем на Театр оперы и балета, где сегодня состоится главное событие, в принципе, новогоднее. Это открытие городской елки. Здесь мы ждем первых лиц края. Это губернатор Виктор Толоконский. И, конечно же, Эдхам Акбулатов, глава краевого центра. А за моей спиной вы видите как раз-таки процесс. Это работы и последние приготовления. Отгружается лишний снег. Дворники уже готовят ступеньки к тому, чтобы все было здесь безопасно и люди могли спокойно спускаться с верхнего яруса на нижний. Но я скажу сразу, что прежде чем приехать на это событие, конечно же, нужно позаботиться о том, как же вы сюда доберетесь, потому что уже нашу съемочную группу остановили сотрудники ГИБДД и сказали, что, ребята, парковка уже запрещена все-таки здесь. Так что стоит задуматься и тем, кто работает рядом, где же вам припарковаться сегодня с утреца. Ну и, конечно же, вечером здесь будет места точно не будет. Так что советуем вам сесть на автобус, взять 22 рубля и добраться таким ходом до оперы и балета. Ну что, помимо того, что будут работать разные площадки, будут выступать коллективы, конечно же, будут ледяные фигуры. Кстати, сегодня же в Красноярске будут подсвечены все улицы, центральные улицы города новогодними огоньками, которые также будут создавать новогоднее настроение. Здесь ждут достаточно много народу, тем более, что погода как раз шепчет, так что для детей будет работать развлекательная программа, очень много будет людей, настроение поднимут вам здесь все окружающие, так что если у вас еще нет того самого новогоднего настроения, то ничего не планируйте на пятницу вечером, кроме того, как приехать сюда на главную площадь Театра оперы и балета и, конечно же, вместе с первыми лицами открыть главную городскую елку. У меня на этом все, коллеги, вам слово.